Всем привет, ребят! Ну что, рубрика «Сарделька наш бездонат». И, честно говоря, там прошлый видос, кто смотрел, писали, ты там слепой. Да, ребятушки, слепой, я завтыкал, и я не видел этого Бигфута, я его уже вот поставил, талантик, все дела, то есть он у нас будет качаться. Мы получили Бигфута, но это все фигня, ребят. Вчера с бесплатки я заходил, так, бесплатку за 150, захожу такой жмак, и угадайте, вот ради интереса, вот напишите, кого я с бесплатки вытащил. Я, честно говоря, сам офигел. Ай, добавил слоты. Ладно, не страшно, все равно надо будет рано или поздно увеличивать. В общем, жмакаю такой и просто охреневаю. С того, насколько на этом аккаунте прет на топовые плюшки. Так, окей, карта богатства, отправиться в рейд 3 раза идем. В общем, аккаунт, блин, имеет кучу топовых героев, это реально радует. Я битву гильдии вчера проходил так. Так, нам, в принципе, воевать здесь не надо. В общем, надо будет заняться вплотную теперь прокачкой этого аккаунта, побегать по локациям. Сейчас попробуем пройти еще подземочки. С волнами у нас пока туговато. Надо забирать плюшки. Отлично. Зайдем сейчас день замка-владельца, войти в игру. Заберем отсюда плюхи. И я вам покажу эту имбу, которую я вытащил. Ну, как бы имба, она у каждого разная имба. Так, забрать. Реально, оно здесь что-то тупить. Пятый день. Сейчас пооткрываем плюхи, которые нам понадавали. Блин, как оно тупит? Вот, ну, версия, конечно, Нокса печальная. Так, награда за вход. Спасибо. Итак, что у нас тут? Лучше по плюхам вроде войти на арену. Ну, побежали, еще арену надо пройти. Блин, я переустанавливал, конечно, все печально. Так, отлично. Забрали награду. Следующие через 8 минут. Я отсюда получил уже несколько ожив. Сейчас я гляну. Это руники, поехали в эмблемки. Кстати, с эмблемами здесь уже неплохо. 2 раза получил. Живо у нас есть. Изворотливость есть для тыковки. Ну и тыковка и так с изворотливостью. Надо будет заняться попрокачивать просветы. Конечно, с кулаками у нас напряг. Так, с хабгильдии. По поводу приема телегу пишите. Атака фортов 12, пропуск БГ. Так, не, все мы вносить не будем. Поехали в замок гильдии. Надо немножко будет заняться гильдией. Так, здесь у нас уже 2 уровня. Отлично. Давайте немножко тоже подкачаем его. Отлично. Такс. Ну, надо таблеточки качать. 11, 11, 11. Я тогда всех подокачивал. Что там у меня в магазине есть? За 5000 карту, коробка 18. Короче, еще фармить и фармить. Дофигища. А, давайте попробуем пройти следующую волну, если получится. Но я думаю, вряд ли, потому что тут надо хорошенько прокачать все. Но попытка не пытка. А вдруг попрет. Тащите давайте, красавчики. Отлично, волна 5 пройдена. Получить.
Награда за уровень 10 камешков, неплохо. Я не знаю, или мы тут затащим так, но все может быть. Смотрите, что они творят. Ебой! Красавчики! Получить. Отлично. Поехали, следующий. Ну, знаете, ну, без донатов, конечно, печально и все. Так, 20 уровень, и тут уже, наверное, нам... Тут уже так не получится. Хотя держится вполне неплохо. Но тут, конечно, посложнее будет. Пробуем еще разок. Ну, надо всех прокачать на 20-ку, тогда, возможно, затащим. Как видите, сносят, реально сносят. Тихо-тихо, ша. Атакуем не спеша. Тащим, я сказал. Видите, шапка. Все-таки шапку, конечно. Ну, надо качать. Надо тоже где-то 30-й. Так, и так, в принципе, отлично. Хорошо. С этим мы разобрались. Поехали сюда. У нас тут есть плюшечки, которые я так и не открывал еще. Это сундучки. Let's go. Так, и того, что мы имеем, каменку. Ну, каменка это такое, чарки. Отлично. Блин, я буду ржать, если мы сейчас вытащим. Так, скины. Третий сет СО. 10 камешков. Блин, как хотелось исцеление на тыковку. 20 камешков. Да, ребята, ну куда мне еще эти камни использовать? На рану у меня даже эволюции нет, 50 камней. Ну такое говнище нам накидали. 25 осколков Махатмы. Ой, плюс рвение, отлично. Так, отлично, поехали. Итого, ребятушки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я, по-моему, не открывал ее. Да, я ее не открывал. Ее вы уже поняли, кто это. Опа, опинка. Вот так вот. Вчера просто тупо с бесплаточки. Просто изи. Уже такие герои на аккаунте топовые есть. Ну, конечно, нету космо и лазули. Был бы космо и лазули, можно было бы вообще просто сидеть и полностью трешевать. Надо будет, кстати, заняться наборами свигеймерса. Так, давайте немножко героев поменяем. Вот такая у меня Фрея есть, Анубис. Надо заняться также питомцами, прокачкой. Так, ставим тыковку. Черепа, наверное, убираем, ставим ворожея для отхила. Вардака убираем, ставим седнушку. Так, отлично. Ну, вроде все good в этом плане. Афинку пока я использовать не буду. Она, конечно, классная, но... Хотя, с другой стороны, можно и попробовать. Но, в принципе, мне будет за... помогает. Ну, ладно. К этому мы дойдем. Поехали. Магия. Магия, магия, магия. Надо, кстати... Ну, вот видите, я просто тупо не успеваю. Все, нету у нас. Так, поехали, попробуем подземки. Мы с вами добрались в прошлый раз до кошмарки. Первую, вторую, третью, четвертую прошли, застряли на вот этой вот подземочке. Конечно, тут Атлантики. Для меня это печалька. Ну, попробуем сейчас. Посмотрим, как пойдет разгон. Ну, разгон. Разгон-то, конечно, идет, но дальше, видите, нас просто тупо... Просто тупо опустили. Можно было бы, конечно, Анубисом попробовать одним. Ладно, давайте возьмем еще раз. Такс. У нас даже на магию не хватает. Просто ужасно, ребят. Трифида. Скин на Трифида, которого у меня нет. Такс. Нужно будет качнуть героев. Отлично, посмотрите, сколько
Для прокачки есть смотрители и камешки. Так, надо будет космический храм забрать. За особый вклад в игру. Такс. Блин, 40 самых потеряем, ладно, хрен с ним. Был бы здесь Минотавр, было бы все, конечно, намного проще. В принципе, и так здесь герои очень обалденные уже. По прокачкам, по всему. Грех жаловаться, скажем так. Еще надо заставить себя как-то фармить. Так, отлично. Поехали, попробуем еще раз. Ну, как видите, кошмарка первая без заморозки дается. Очень печально. Так, дерево, варлок. Ну, надо качать здание, а не сидеть нубом. Надо будет заняться этим тоже. И потратить надо будет на строителей. Это не английский сервер, это не десяточка, где все, блин, просто, просто на изи. Ну давай, Анубис, ну тащи. 6. Сетнушка разогнались, отлично. Ну. Это просто унижение какое-то. Ладно. Так, бой с боссом. Босс — это фигня. Давайте сбегаем на архи. Заберем здесь плюшки. 64 ляма подарим. Подарим здесь то, что есть, чтобы забрать. Надо 180 тысяч, в принципе, мы наберем их. Так, отлично. Отвечаем на вопросики быстренько. Ну, тут можно не заморачиваться. О, ничего себе, 100%. Нет, конечно, не каждых там, по-моему, раз в час, если я не ошибаюсь. 100, а тут 5. Хорошая разница. Так, я хотел вот здесь зафармить, попробовать волну S. Вот это я хотел больше всего. Потому что шансы у нас есть. Конечно, тут все у нас прекращается, когда мы доходим к шапке. Вот шапка вот самая единственная и противная. На многих подземках она тоже мешает. Так, отлично. Ну, тыковка, конечно, с изворотом реально тащит. Так, 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 так. Тихоша. Тыковку слили. S4. Да блин, S4 не оттуда зашла. Так, Анубис, ну видите, вот то, о чем я говорил. Очень быстро разбивает. Надо, наверное, все-таки будет переделать расстановку под угловую. Ну и, конечно, здание надо качать. Без прокачанных зданий это, конечно, печально все. Так, тыковка жива, отлично. Ну и питомцев надо качать. Без питомцев тоже все очень печально. Хоть и герои на десятка вкачанные, но, блин, это не спасает. Смотрите, тыковку опять слили. Может попробовать вообще без тыквы? Взять какого-то нормального Рина сюда, например. Таблетки надо качать. Вот сейчас, кстати, очень хорошо, удачно зашли. У нас просто тупо. Тупо S4. Ну, сейчас я не знаю, сейчас этих два здания, они зайдут снизу. Ну, то, о чем я и говорил, просто западло. Хоть бери, блин, просто и прячь эти здания куда-то. Ну, даже десятые скиллы, они вас не спасут, надо качать здания. Это самое основное для волны, для битвы гильдии, если вы там в топе, чтобы, ну, это опять не спасет, если вы там особо в топе. Но для фарм локаций вот таких вот, это самое основное, потому что у вас здания будут выбивать в первую очередь. Либо пробовать ставить, расставлять, но это уже в дальнейшем.
выставлять героев, чтобы они все были. Так, куда ты идешь? Стоять. Так, С4, у нас одна таблетка осталась. Воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Ах, хорош. Сейчас попробуем, знаете, что сделаем? Поставим, прокачаем Афинку на десятку. Афинка должна дополнительно давать скорость атаки и дополнительно их шатать. Правда, у меня нету ресурсов на прокачку. Так. Фиква жива. Ну, посмотрите, вот одно здание осталось. Ни о чем. Давайте еще две попытки. Я уже в следующий раз постараюсь создать расту, поставить. И начнем фарм волн. Обычно я, если донатный, если у вас хороший герой, вам этот не забор не надо, ни раста не нужно. Ну, бездоны есть бездоны. И... Так, тыкву ушатали, понятно все. Даже фрей ушатали из зверья. Вот видите, что делает дракон, просто разбивает. То есть тут массовые герои, которые бьют на большое расстояние, это самое печальное. Особенно, говорю, печальная здесь шапка. Вот она портит полностью все. Зачастую. Ну и, конечно, на такие волны уже у вас, когда, если вы к ним доходите, у вас должны герои быть более-менее эволюционированными. Плюс здание. Должны быть как минимум там 16 уровня. Тут я не знаю даже какой максимальный уровень у нас. Ну, С3, С4 у нас сейчас просто эти здания ушатают. Так, смотрите, куда он идет. Он идет к нашей таблетке. Одна таблетка осталась. И, блин, и драконы как на зло заходят. Это всегда такое. 360 карт у нас есть. Давайте еще попробуем. Ну, такое зачастую всегда. Дракон именно прет на таблетку. И ты ничего с этим не сделаешь, блин. Надо тысячи заходов. Это волны. Это волны, это бездонат. Такс, давай тащи. Ну, опять осталось 3 таблетки. Вот когда есть топовые акции. Так, тыковка жива, отлично. А, когда есть топовые акции со скинами зданий, обязательно их забирайте. О, С5! Дракона, дракона! Блять, ну. Вот видите, какое западло. И такое западло зачастую. То есть надо качать героев. Без этого никак. Герои с эволюцией, конечно, тут же самый Анубис. Он будет просто тут разносить их. Ну и, конечно, желательно воодушку. И была бы воодушка, эти волны проходятся на ура, на раз-два. Если нету воодушевления, конечно, все печально. Два здания. Не вариант, наверное. Не то, что он не вариант, это 100% не вариант. Мы не успеваем убивать их, видите, они заряжаются и бьют. О, опять хотят нас подкупить. Ну, у меня куча вот есть зданий, но их надо повыставлять еще. Так, ладно, давайте на удачу. Сколько у нас там попыток? Вот 5 попыток на удачу. Зайдет, не зайдет. И уже в следующий раз мы ее зафармим по-любому. Куда пошли? Блять, злобный атлант. Вот видите, что атлант творит? Собака. Вот тут без вариантов уже. Эти 3 героя, конечно, классные, но... Смотрите, вот шапка включилась и все. То есть надо успевать убивать героя. Такими героями, даже с 10-ми прокачками, у нас не хватает просто урона. Надо урона побольше. Соответственно, надо делать эволюцию. Качать таланты. Ну, эволюцию делать аугментацию. Какая бы она ни была, она будет реально намного усилять героя. Ну и, конечно, качать ратушу.
От нее зависит количество построек и всего остального. Так, тыковка жива, но у нас, блин, сейчас просто зайдут сверху сразу на Анубиса, на здание. Вот видите, что делает? Бог грома, блин. Жесть, конечно, что творится. Конечно, шансы есть всегда. Бывают такие заходы, что реально повезет. Вот сейчас тыковка у нас есть еще. Да, тыковка жива. Что удачно все зайдет. И, ну, видите, вот вроде удачно все зашло. У нас осталась одна таблетка. Вот сейчас опять подойдут драконы, не так. Вот драконы идут прямо. А нет, нет, нет. Видите, что делается, блин. Почти. Было бы более прокачанное. Надо сюда, кстати. Че я туплю, ребят? Сюда надо ставить стрелка. И будет все намного просто изи. Давайте попробуем еще стрелка поставим. Стрелка поставим вместо... Хотя он у меня не прокачанный толку. Но можно попробовать. Как вариант, стрелок — обалденная тема. Даже вот так вот сделаем сейчас немножко. Конечно, это не прокачка, надо больше качать. Ну, хотя бы сколько есть, сделаем, посмотрим. Стрелок забирает энергию. Это самая интересная тоже тема. Орнитоптеры стрелка реально тащат. Я не знаю, это один стрелок, у меня их тут три. У нас десятка, я жила. Надо эмблемы прокачать. Ладно, давайте со стойкостью тоже обалденно. Я когда-то тестировал, показывал. Можно стойкость ставить как вариант. Не, все, хватит. Хватит 120 уровня джели. Надо заняться этими новыми героями. Так, пополнить магию. Нафига нам магия это нужна? Такс. Ну, поехали еще разок. Может, седнушку убрать, хотя она под хилу хороша. Давайте еще попробуем на удачу. Фрея тоже, в принципе, хороша, но стрелок хорош тем, что он станет и забирает энергию. Вот в данных случаях, если мы прокачаем... А, кстати, мы не прокачали по скиллу, надо прокачать еще по скиллу, чтобы дамажить. Посмотрите, насколько разница. Плюс стрелок имеет собственный деф, плюс орнитоптер имеет разброс, они не дают героям так быстро заряжаться, и реально это спасает. То есть С3 у нас герои, как видите, живы. Это реально спасает. Они их еще притормаживают немножко. Вот просто отлично. Посмотрите, насколько разница, мы поставили, поменяли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, блин, у нас Фреи нет. Но зато у нас есть шанс. Просто изи. Вот так вот. Вот что значит стрелок. Буква С. С волна пройдена благодаря стрелку. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.